Наверное, мы просто больше хотели победить, поэтому я не стал говорить вчистую. Все-таки было много борьбы. Очень хотели победить, хотели 3 очка завоевать. Получилось, значит, характер есть в моей команде. Но по игре, наверное, понравилось больше с «Динамо» первой игры. Когда соперник на 5-й минуте только на поле вышел, по их словам. Ну, игра длится 90 минут, первая для последней, поэтому нам не важно, когда кто вышел. Главное, что по содержанию игра была неплохая. «Урал» чем-то удивил, чьи какие-то сложности возникли? В первом тайме немножко оказались не готовы к стартовому натиску. А так, в принципе, разбирали, не знали, что они будут делать, как делать. Поэтому старались играть в свой футбол. Все понимали, что нам надо отыгрываться после 0-1. Особо каких-то слов нету. Все понимали, все горели желанием быстрее выйти, включить максимальную скорость и добиться победы.